Георгий Зазаевич, позвоните, пожалуйста. Что, Георгий, поедем? Поедем, ну что, ты что, дома нет? Быстрее, да, уезжает он просто. Сейчас два слова, хочет с тобой бесить поговорить. Давай. Он здесь вот в угол с магазина идет. Ну, кстати, все хорошо. Не нужно. Давай, пусть придет. Дядечка, мы садись. Подойдем. И к надо текиле. Почему? Нет, там. Альберт, закрой, пожалуйста, дверь. Что? Что смеется? Смеется, потому что ты к шинам. Можно по-русски просто при мне, а хотя бы? Чуть-чуть. Меня тоже касается. Ну по-русски можно? Потому что ты моей жене почему угрозы кидал? Ты? Да. В смысле? Подожди, стой. Мне ответ на мой вопрос. За что ты угрожал моей жене?
Я тебе вопрос задаю. Ты моей жене за что угрожал? Сейчас вызываю, все нормально. За что ты угрожал моей жене? За что ты говоришь, что будет вам плохо? Я тебе сейчас скажу, я тебе вопрос задам, ты мне ответь потом на него. Ты не даешь ответа, давай. Я тебе вопрос не задал до конца. Я сказал, что твои вещи будут и на этом. Кто тебе сказал? Так ты в отвык, и все. Да нет, на мусорку надо было. Потому. А почему, на каком основании? Его хозяин... На суде! На каком основании? Не подходите ко мне, так не подходите ко мне. Ты тоже не знаешь, кто я, что. Сейчас я вызываю, кого надо, все нормально. Слушай, оно там не дом, там его комната. Это телефонные снимки нам туда не нужны. Телефонные снимки, уберите отсюда. Слушай, телефонные эти записи нахуй вы здесь устроили. А? На телефон будете записывать? Алло? Все нормально. Алло? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, улица Дмитрия Ульянова, какой номер 16? А? И вот здесь вот ругаются мужчины, которые вот сейчас будут. Я вижу. Опа, начинается. Вот я же говорю. Быстро, быстро, пожалуйста, приезжайте! Петя, что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай я бью. Да икван, я тебе говорю. Я вам говорю, я не твоя мешала, Петя. Хорошо, посмотрим.